теперь о событиях дня подробнее. Под завалами бревен оказались двое детей на территории одной из иркутских лесопилок. 9-летний мальчик с ушибами и ссадинами госпитализирован, а вот его 8-летнюю сестру спасти не удалось. Сейчас по данному факту идет разбирательство. Как показывает практика, именно летом чаще всего дети попадают в больницы с различными травмами. В этом убедился сегодня Павел Марчуков. Бинт скрывает глубокую рану. 3-летняя Алина вместе с мамой дожидается приема травматолога. Врач должен осмотреть маленького пациента и сделать перевязку. Девочку покусала собственная собака во дворе дома. Выпустили дочь на улицу. Как обычно, во дворе она у нас бегала, играла. Ни с того ни с сего собака укусила. И все, приехали сюда. Пока перевязываемся, ставим уколы от бешенства. Вот, наложили 3 шва на рану. Сейчас будем ездить на перевязке. Дети с такими травмами сейчас все чаще попадают в травмпункт. Только за один день через этот кабинет проходит около 100 человек. Летний наплыв маленьких пациентов для врачей – ситуация ожидаемая. Однако этот год бьет все рекорды. Обращаемость обычно возрастает именно летом. То есть вот реально буквально вот 1 июня и процесс начался. То есть обращаемость увеличивается. Май месяц обычно все-таки протекал более-менее спокойно. А вот именно в этом году, то есть мы резкий рост обращаемости, вот уже за 100 обращений в сутки у нас начался в мае месяце. То есть все-таки прошлые годы как-то было все-таки поменьше. Каждому летнему сезону в травмпункте готовятся заранее. Врачи запасаются бинтами и гипсом. В этом году в перевязочной и на складах уже заготовлено больше 40 коробок этих материалов. Но если число пациентов не пойдет на спад, то придется пополнять запасы. Дети носят более легкую одежду, бордюры, асфальты и прочее более открыты. И сейчас переломов получают гораздо больше. Плюс появились велосипеды, самокаты различные, с которых дети тоже любят падать. Если после обследования выясняется, что ребенку требуется госпитализация, то его кладут на лечение в травматологическое отделение больницы. Однако здесь тоже наступила горячая пора. Само отделение рассчитано на 30 маленьких пациентов, но сейчас все палаты переполнены. Причем в большинстве своем маленькие пациенты получают травмы из-за недосмотра родителей. Поэтому летом стоит гораздо пристальнее следить за детьми, чтобы теплое время года запомнилось радостью от отдыха, а не гипсом и лечением в больнице. Павел Марчуков, Михаил Глызин. Новости по будням.